вас, уважаемые други. Мы с вами, как всегда, в творческом порыве и наблюдаем за теми культурными событиями, которые происходят в нашем замечательном и любимом городе Кустанай. На этот раз мы посещаем Кустанайскую картинную галерею, где наши замечательные художники предоставили для наших горожан и гостей любимого города свои творческие работы. Здравствуйте, уважаемые гости! Итак, сегодня у нас открывается новая выставка. Бұл Қазақстан Республикасы сөретшілер одағының Қостанай облыстық ұйымымен бірлесіп өткізетін жыл сайынғы сөретшілердің шығармашылық жұмыстарының көрмесі. Впечатляет и восторгает. В их композициях, представленных на выставке, отображены полотна светового звучания, различных впечатлений, образов, которые их впечатлили, и это образы окружающей природы, людей, дня, мгновения, минут озарения. Выставка, оно такое является, так скажем, где соединены все, практически все работы, которые у нас были за этот год. Ну и это вообще стало у нас традицией. Да? И кроме того, что здесь есть у нас работы профессиональных авторов, еще и есть работы самодеятельных художников. И это отрадно, потому что с каждым годом увеличивается количество самодеятельных художников. И хорошо, что растет новое поколение. И новое поколение, работа нового поколения, оно стоит с нашими профессиональными авторами в одном ряду. Это уже является само по себе, так скажем, продолжением всего того, что мы делаем. Ну и сами знаете, что в этом году мы проводили большой пленэр в этом году, в 2024 году. Тоже были очень хорошие отзывы. Приехали художники со всех наших уголков нашей страны и из других государств. Ну и, конечно же, вся эта работа проводится у нас совместно с Союзом художников нашей Кустанайской области. И это отрадно. Аплодисменты. Спасибо вам огромное. Фото на память. Чем больше живешь на этом свете, тем, наверное, меньше понимаешь этот свет. Ну, это такое, как бы, вступление. Я просто хотел сказать, что действительно этот год для художников, для наших художников Кустанайской области, он кардинально отличается от всех предыдущих годов. Ну, во-первых, конечно, тяжело говорить такие моменты. Я думаю, вы сейчас поймете. Это о большой-большой утере. Я имею в виду Георгия Михайловича Сокова, чьи работы нас сегодня окружают, вкупе со всеми работами наших художников. И это произошло по инициативе руководства культуры нашей. И было поддержано нашей организацией, и в силу того, что действительно такой почет и уважение к нашему любимому Георгию Михайловичу. Старые поколения выставились, и очень-очень много молодежи. Если раньше мы выставлялись не в таком количестве, хотел бы сказать, если бы не читая фамилии, я бы никак не догадался, что это самодеятельный художник или художник-профессионал. Разницы в творчестве, в живописи, в цвете я пока не ощущаю. Работа
господина Леонова была представлена на выставке кустанайских художников. Так что и мы здесь, именно мы здесь вошли в историю нашего общества, то бишь нашего города.